У нас в некоторых крутых маленьких городах не газа все еще нет. Газа нет. Я никогда не называю фамилии, города, но просто если это обвал. Газа нет. Углем и дровами топят. А мне совершенно неинтересно, что сейчас говорят. Вот, а Европа будет замерзать. Посмотри мне в глаза. И хера. Мне ни тепло, ни холодно от этого. Чего не замерзать будет? Значит, думайте, санкции отменяйте или что-то делайте, идите на переговоры. Мне еще вот говорят, вот, и рассказывают мне по телевидению, как они будут замерзать, туда-сюда. Да мне пофиг, как они будут замерзать. Ты нам поставь все, наш народ поднимет.